одежде будешь? Нет. А где ты тут? Да? Вот в штанах и белый, да? Новым торсом. Да нет, тоже суриком покрасил. Нормально, да? Давай я тебя хоть сотру так немножко. Нормально, чёрт. Повернись-ка, сделай, как ты позу делал. Миш. Да. О. Женя, держи. Да, подожди, я на свет встану. Держи, иди. Женя, ты что сюда пришёл? Ушами хлопать, что ли? Во, хорош, хорош, хороший свет. Хорошо, молодец. Ну, ко мне теперь, улыбнись. Нормально. Кстати, вот вон то вот надпись верхняя. Так. Отъезд и стоит Зандер. Возьму в рот. На записи? Да. Я в турнире завалялся, не знаю. Так, верхняя надпись. Херово, я сам думаю. С телевизора. Запись. Хорошая надпись. Давай напишем I love Зандер, I love Кумба. Не, Зандер плюс Кумба. Присоединяйся. Наговорились. Немножко я весь разлил. Вот так. Грязный весь. Да мы. Вот самый страшный удар по ушам был надо пожалуйста. А, ну-ка медленно. Обухом. Не бойся. Не бойся. Так, поворачивайся. Потом отмываться будет тяжело. Вот этот поезд появлялку, давай чуть-чуть наделаем его. Кепи сейчас давай надеем. Нет, без кепи же тебе надеюсь. Прикол, правда? Красив, красив. Класс. О. Фингал. Так тело будет. Леша, где заработал? Очень будет светлое по отношению. Ничего, это бы его раскрас. Лицо тоже затонируй ему, Миша. Давай, Женя, быстрее. У тебя пушок на голове? Да, у меня везде пушок на голове. Нет, ничего подобного. Белки ладошки и это. Так у меня белки-то и белые. А сами ресницы и все это, у меня же темные. Ну, пиво заказывал. Идет тоже. О! Yes, yes! Почему сразу пиво? Хорошо. Выходи на хорошему отдай. Бывает. Он поворачивается вот так вот. Второй рукой. И потом, по-моему, выбивает. Как, Женя? Кто? Бомбу выбивает. Ну он три удара делает. Какой? Он делает сначала... вот так. Он поворачивается. Он еще знаешь как? Давайте сразу же начнет Зандер атаковать. Давай сделаем так. Это самая атака. Он тебя побил. Так, сейчас, Леша, нападешь, он тебя ударит и упадешь. Я упаду? Нет, Леша упадет. Только медленно. Далеко упал. Далеко упал, край кадра ушел. Еще раз напади. Миша, у тебя получается, понимаешь, не удары, а тычки, от плеча работай. Я? Да. Давай. Ты мне надо по-настоящему тебя бить? Ты? Так.
он через спину повернулся. Да, нападай, Леша. Так, комбо брешь ему. Так, вот еще раз вставай, вставай скорее. И садись в блок. Садись в блок. Попробуй его ногами, Миша. Миша, ногами. Так. Миха, головой его отоварь. Медленно, медленное движение. Далеко ушел? Пошли топорами махать. Раз, семь раз, два. Леха, с разворота, медленно. Четыре, пять. По кругу, Леша, разворот. Дальше нельзя, назад нельзя больше. Так, комбо нападает. Раз, и еще давай, стойку и бей его. Раз. Два, 10 раз, 2, 3. Миша, теперь наверху, наверху серию, вот как я тебе показывал. Стоп. Так. Значит, это самое, Зандер. Гермотор. Снимали тебя, да, там. Да что снимаешь, он уже сел или нет? Не, вот, встань пока туда. Ноги, да? Так. Поехали. Ноги. Так, перепрыгивай. Разворачивайся. Он чуть себе одно место не распахнул. Один удар. Бум! Топоры в сторону расставил и убивай его. И вылетай, скажу, вылетай, вылетай, вылетай. И стой, стой, стой. Теперь на камеру. Надо было выпить тоника, я рыгнул. Есть? Да. Я думаю, пошли. Тра-та-та, тра-та-та. Вылезался, выкота. Туда бугорочек. Давай. Давай. Горит нам же, но надо даже попробовать встать. Класс. Это ничего не изменит. Лесная повязка. Окончил съемки. Голова выросла. А теперь подготовка к бою комбо и Синдера. Контуризм, показывай. Надо было подождать немножко пуха. Кайф, зад, спину покажи. Спину, спину, поверни спиной. Да, ты как мих не умеешь. Вау. Уже все, измазался. Раньше не спеши. Куда? Проснись. Сок принеси. Проснись, сок принеси. Сок. Так, ребята, осторожнее, здесь поезда ходят. Ну я... Не, а знаешь, какой фаталити я придумал? А он сжигает его. Знаешь, какой фаталити? Ты потом знаешь, так поплывешь так. А может он голову почнул? Давай. Поехали. Чтобы одним куском снять это и все. Начали. Кадр не влезает. Угу. Есть она. Комбо тоже его должен бить. Так, Игорь, ногами теперь. Так, хорошо, еще раз парочку ногами. Так. Что? Дальше? Так, отсюда. У кого вы, да? Так, заходи за бочку, Игорь. Так, комбо его бьет. Защищайся, Игорь. Так. Игорь, сбей его с ног. Ну не убивай до конца, но просто сбей с ног. Миша, немножечко упади. Так, хорошо, вставай. Нападай на него. Игорь, убивай его. Игорь, убивай его. Раз. Два. Убил. Миша, так, одна фаза. Так, теперь вторая фаза. Так,
Третья фаза. И перчатки. Вот когда спустишься вниз, только чтобы перчатки вверху торчали. Подожди, рано, Игорь. Вот перчатки исчезнут. Есть. Все? Да. Так, еще раз машемся. А в свободное время от съемок мы занимались, Игорь, зеванием. Лицо в сток. Некоторые махали рукой, показывали языки. Так, поехали. А некоторые давай, просто дурили. Ух ты, собачки бегают туда же, овчарки, с поводка. Ну как? Ну еще разочек. Еще раз какой. Только в другую сторону поменяйся. Прыгни его. Вверх раз. Фу, вот так вот. Не так, как бы все сделал. То есть удар снизу, Миша, голова наклоняется и полетел. Миш, плюнь на него. Мне не надо, он потом хера стирает. Готовы? Ой, сейчас поезд пойдет, давайте махаться. Можно. Нет, да, вверх, хорошо. Я снизу все туда. Ну меня! Миша там вверх, на него не надо. Да. Только разбрызни больше. Пошли. По ушам потекло. Ну чё? Есть. Ну достаточно. Поближе сделать? Ну просто меня с рукой. Кайф. Как раз так фотографии попало. Ему стало очень плохо. Мы все его будем помнить. То-то-то-до. Один раз и попадет в кадр, понимаешь? А все остальное пойдет мимо денег. Все съемки, которые вы сегодня видели, сняты мной, Салтыковым Евгением. Правда, начало делал Игорь Шпеньков. Ну ничего, мы готовим новый проект. Что это будет, это пока секрет. Врет он все. Не слушайте его. Пока. Так. Сейчас мы делаем так. Идем сейчас, садимся в машину, Саша. Знаешь, мы там готовим. Вот наша камера, которой мы снимали турнир «Большого джойстика». А, с нами. И который... Сейчас я вас довезу. Ой, «Большого джойстика». Не спешу лежать, дорогой мой. Камера называется «Битакама СПИ». Что будет, если юность уже... Да, камера называется «Битакама СПИ». Сони. Время? Сколько сейчас время? Саша, время сколько? Времени немного еще, без пяти часов.
А еще сегодня будут снимать или нет? Вот если хорошо, если что-то изменилось. Женя, все, по домам? Да, конечно. Или еще будут снимать? Не, уже не буду. А, ты можно? Женя, снимай, Женя. А что я делаю? Вот счастье-то, блядь. Я Салтыков трусы увидел, блядь. Гордона видит, плачет. Трусы видит, смеется. Игорь, убери ногу! Странный какой-то парень. Он больше всего импонирует. Он не любит. Он не любил синего. Нашему банку он наиболее симпатичен. Они любят друг друга. Ой. Да. Женька, тапки Пашкина забери. Вам сейчас, наверное, действительно лето. Где они? В бассейн или в озеро судовое. Я все в море бы сейчас, а? Тоник! Тоник! Мы сегодня пили тоник Джим энд Джон. Ага. Все их где получилось, конечно. Гуляй. А там, думаешь, есть сифилис? Сифилис сейчас есть. Сабры Вульф. Игорь, завтра не заходить будешь? Такого. Ну, так. Игорь. В понедельник в дом Дэнди встречаемся. Ты везешь нас за сигаретами сейчас. В среду обсуждаем все. В среду? Ну могу зайти, мне без разницы. Ты спонсор. Юре отдашь? Я имею в виду там Ольге оставишь. А Юра заберет купор. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Смотрите, он идет за мной. Сюда. Сейчас, подожди. На, все.